Ты всех все нормально с пингом? Ну да, вроде бы. Будет Реогнус, наверное, перед боссом. Эх. Блять, забери еще пачку. Чипа. Выпал медведь.
Да, пуль так. Ко вторую пачку аккуратно. Не загорите слева. Эрл, кстати, такой вопрос. Ты знаешь, как на воду настроить отображение этого дебафа? Как оно называется? Нет. Нету такого дебафа. Дебаф никакой не вешает. Просто... Ну, в принципе, я знаю. Вот сейчас видишь красненьким обведён мишку? Я знаю, как это работает. Я думал, дебаф есть. Нет. Я просто хотел узнать. Короче, ставлю рыбу, ешьте, сейчас реогнусь, объясню, что делать. Рыть можно, пока ты объясняешь? Давайте. О, спасибо. Короче, как обычно, три фазы. Первая фаза на коне. У вас задача просто опереться в стенку, куда я поставлю метку. Медведю подойти так, чтобы милики могли бить из этой метки и отвернуть от рейдер босса. Вас отвернулись, стоим, бьем. Ну, до цели там подиспелят, все нормально. Ваша задача пожать там свои сейвы, чтобы, если не сдиспелят вдруг, то выжить при этом. У вас сейвов у нас нету, так что живем своими силами. Дальше вторая фаза, когда будет 50% босса, вы диспелите все и вся, все дебафы, которые видите, там ДЦ можешь помогать им, если хочешь. И Реттик тоже можешь помогать. Ну и все, по сути. Также стоите в этой же метке и бьете босса. Видите, что конь бежит вам в харю, типа, жмите свои сейвы. Я это буду анонсить. На разделенные муки можете ничего не прожимать, там херню дамажит. То же самое. Главное, не сорвите агро при перефазе, чтобы он не кливнул в рейд. Клив в рейд, это сразу смерть. Ну и все, по сути. Ретрик, третью ауру. Зау, твоя задача поставить тотем на резист огня. Ну и все, резист мне там присты дадут. У тебя на ретрике нету этого... С массакрой? Нет, массакрой нет. Да? Я отходил, только сейчас подошел. Окей. А на что ты хочешь? На бороз или куда? Нет, просто чтоб сейв был хоть один. Так, сейчас пролагаю. Четко вжимаются, вот так вот, и стоят, бьют. Опять ставишь босса вот сюда, вот, чтобы он вот тут стоял. Ну, тут вот где я прыгаю. А сам получается где-то вот тут. Только с пули его заведи вот сюда и вот протащи по стенке. Вот так лучше всего.
Давайте готовность на присутствие. Чтобы этот темной магии обновить опять. Босс в кружке или вот здесь? Босс чуть левее кружка, вот тут вот будет. Ага. Трейд пока станьте вот сюда в меня, чтобы вас не кливнул, когда меня дотести будет. Поехали. Ты это... Ты фурик же, да? Да. Ебани на себя метку, чтобы это... Ну, какую-нибудь звездочку, чтобы было видно, где ты стоишь. Подожди, нету приста. Нам, наверное, третью. Третью? А огонь на третий? Не, огонь у нас шаман рестор даст. Все, приступ, чек на готовность на пул. Поехали. Геру я скажу, когда Володька даст. Я поиску могу со старта дать? А, там даешь. Блять, ну дал же отчет. Отводи. 5, 4, 3, далеко увел, правда? 2, ну, вот. 1. Стою. Готовьтесь, перефаз, знаешь, нужно будет пристопнуть, чтобы медведь агро набрал. Перефаза пошла, снова стою дистать. ХП обновляем, даем гид. Сейчас въебёт. Или нет? Берегитесь. Свои силы. Я без. Зеленые муки пошли, сейчас будет голоб готовить. Берегитесь. Зеленые муки. Сейчас медведь заберешь босса, вернешь от рейда. Забирай босс, забирай, забирай. Медведь. Таунт, таунт. Он иммунинг таунт, его можно автоатакой. Отходите от лица. Ладно, зал вставай. Давайте баф отворачиваю. Буду говорить, когда стопать касты.
Дайте бафы, пожалуй, быстрее. Галоп пошел. Сейчас будет стоп-каст. Стоп. Берегитесь. Медведь, встань в труп Шанти с ханта и в ту сторону пусть лицом смотрит конь. В выход, в ворота. Вот туда, да. Хорош. Берегитесь. Ну только не стой, не лови вот эти вот сейчас же. Ты ж поебал отрывает. Ты за спину перебегаешь и все. Берегитесь. Берегитесь. Ну смотри, когда он будет галоп следующий кастовать. РДД, подойди к нему. Берегитесь. Отойдите из-под чаржа. Нормально. Поднимите реденха. Как добьете? Это бейте. Берегитесь. Блять, левее стань, левее. Берегитесь. Короче, смотри, ты в ворота его, чтобы он ворота смотрел именно, да, вот так. Не туда, в ворота именно. Берегитесь. Вот, у тебя там гера не откатилась еще? 3 минуты. Ну, я еще не знаю, сколько у ребят гера когда. У нас 2 шамана. 3 минуты. Дай себе, Володь. То это мне шаду. Охоты. Тюха сказал, что банки при смерти спадают. Грущу теперь. Это ж одноразово. Не знал? Нет. Берегитесь. Это изнеможение. После Гера. Это от Гера дебаф. Да, это...
Берегитесь. Аж подумал, что Каниберсу придумали. Локов кис. Давай, Володька, последний герой. Ну или почти последний. Берегитесь. Да, мы как бы боялись, еще даже не тратили. Кого трудно отдать. Блин. Два хила, один ДД, один танк. Берегитесь. Короче, смотри, сейчас медведь, готовься. А, и зубы ДЦ по медведю, медведь БР по Тойо. Дал зубы. Давай, БР. Берегитесь. Привет. Берегитесь. Ну что, долго и мучительно, но мы справились. Нормально. Холипаловские перчатки. Поздравляю. Че ебаный запад, как в первом рейде, похоже, и падают, блять. Аж бесить начинаются. Все себе хастадух, тебе хастадух нужен? М? Это ж дырявые. Он хастадух, который. Я говорю, первый запад, только в первом. Запад, только в первом рейде мне падают, нужно, блять, это же бесить начинает уже. Ладно, поехали дальше. На где выйдем? Ой, это у тебя же протоспик есть. Это что, я что-то пролагиваю на морозе, чувствую, проебуть. Короче, медведь, сюда вот встань, пожалуйста. Тащи пушку. Локом, там око килрога и тащи потиху трэш, там по три пачки примерно. Не, лучше по две, по две. Могёшь? Зал, встань куда-нибудь вот там, назад еще чуть-чуть. Зал. Жаль, должны. Да, все правильно, но медведь лови. Дай гнев небес. Стесняй там в двух минутке. Тремор режим МК снимают, да, Волы? Нет.
понятно. Еще. Встаньте все вот сюда, вот за жопу медведя, короче, сюда вот стенку примерно. Слышите? Ты же понимаешь, они въебало нам дышать будут, если мы там будем стоять? Нет, медведь ловить должен до того, как они прибегут сюда. Надеюсь. Лови. Окей. Все, можно давай гнев небес и поехали. Лакея забрать надо с щипком. Бери, пожалуйста. Земляйся пухом. Ну ладно. Они еще. Нормально, Шантис пострелял по мне. Окей, окей. Хила не будет. Что значит не будет? Лок, тяни, тяни. Я шучу. Тяну, тяну. А, идут, вижу. Да. Законтроль все? А, ладно, я тебе все равно. Так, я встал. Уже я дома такой. Надо с собой на ауру ход. Бля, войду там, а, нормально. Иди еще. Ой, там Володьке по щам дал.